Доброе утро. Вчера я заказала раксу, 6 бутылок. Брала также на Кубанке. Как сказать, так же, как обычно, я очень часто беру все на Кубанке по быстрой ракете. То есть вчера заказала, сегодня уже пришло. Вот такую раксу я взяла. Ой, видно, просто 2 литра. 6 бутылок за 8000 с копейками. Так, надо сейчас здесь все расставить. Потом здесь еще надо все убрать. Так, где это лосиндрик? И еще я взяла вот такую бобину моющего средства, оно и антибактериальное, и по отзывам хорошо отмывает. Я прочитала, там, по-моему, можно даже мыть овощи. Снова взяла большую бобину, здесь 14 килограмм. Так, она стоит то ли 12, то ли 13 тысяч. Отрезать, потом упсики все перелить, не все перелить, но небольшой шаг. Так, до этого я брала такую раксу, тоже брала на Кубанке, но она мне не очень понравилась. Но так как я брала ее тоже, или тоже 6 штук, или даже 12, пришлось все ее доиспользовать. Здесь еще даже бутылка осталась. Короче, купила как раз такую. Попробую. Раксу я беру для уборки дома. Обычно я добавляю ее в воду, затем добавляю жидкость для посуды. И всем этим мою дома полы, либо иногда протираю пыль, и также мою ванну. Что еще удобно, ракса очень хорошо отмывает черные пятна в ванне. Если у вас есть какие-то черные застаревшие пятна, которые не отходят, то вот ракса хорошо их отмоет. То есть не просто отмоет, а нужно эти пятна обработать раксой и оставить на время, и через время смыть. Так, бобина тоже. Ой, моющее средство. И вот такую я еще взяла для мытья посуды тоже. Целая бобина здесь, сколько? 4 литра. Надо как-то в сторону положить, чтобы солнце на них, солнечные лучи не попадали. Здесь ее часть моющего средства надо сейчас сюда залить. В общем, сейчас сюда половину
половину. Какую-то часть перелить жидкости сюда. Сегодня солнечная погода, и посмотрим. Возможно, я уберу сегодня на балконе. Вот такой мини-ложик домашний на сегодня.